ОП, справа желаем. Ну. Все? Ну да, он меня настрелял. У меня тарса не сработает. Да. Всем привет, друзья! С вами я, Вова Миронов, и сегодня мы с вами будем продолжать проходить Wounded Eats и Проклятый Омлет. Вот. Кстати, я пока без вас прошел много достижений. Вот, без вас. И знаете, кто я без вас прошел достижения? Вот это. Это типа надо пройти на альтернативной танцовке за дусницей на с одним хп. А теперь я сейчас собираюсь это сделать за пчелёнка. Потому что сейчас я вас покажу всё. Сейчас. Я буду теперь приходить не сначала, а в конце буду получать достижения. Сейчас. Вот это, там надо за всех пройти с одним хп. На альтернативном концерте. А вот за пчелёнка попробуем. Мы уже однажды это куда-то пробовали за пчелёнка без урона пройти на альтернативном концерте. И у нас это получилось. А сейчас то же самое, только уже не без урона, а за 1 хп. Это будет полегче. Надеюсь, я не разучился. Разучился. Блин. Я, ребят, второй все разучился играть без урона соса там. Но уж извините меня, я такой. Мальчик. Да. Ой, я чуть-чуть. Я не такой уж и бешеный все равно. Но я реально. Я просто вас уважаю. Да. Так, ладно, мне надо поудобнее делать. Давайте, погнали. Ну, если я это потрачу урон, на это мне пофиг. Я уже без урона выполнил. Вот столько это тратит мне. Окей. Давай. Вот с одним хп. Да, я его доложу этому. А вот тут, ребята, мне придется попотеть. Я не знаю, это тут с одним хп. Это нужно вот столько. Я не знаю. Ладно. А, у меня слушать нету. Вот на осе я могу легко выжить с одним хп, а вот здесь, тут надо постараться. Так, с одним хп, это же вообще... Так, надо тормозить. А, но он сам у меня едет. У меня машина, кстати говоря, сама едет, там надо поворачивать только. Ну, это да. Ташки. Давно босс. Одной босс. О, нет. А где машина, кстати, да? Ой. Теперь стреляем на чувака. Так, покупаем пушку. Вот она. Ну она мне вот сколько задевает. А мне нужно. Сюда. Мне нужно, чтобы она меня попала чуть-чуть. Вот давай. Чтобы на меня нафунякала. Это нужно для одного хп сделать.
Хорошо, что этот бат не исправлен. Этот бат не исправлен. То, что можно в танце это сделать. Ну и хорошо. Ой, нет. А, ну ладно, пофиг. Так, ну вот он где-то там. Я думаю, мне не стоит машину улучшать, потому что я сегодня купил вторую. Всё. Легко. А хочу смотреть, а я там могу просто даже победить сейчас, поэтому а ну-ка, давай. Всё. Я мог бы его сейчас победить, поэтому надо чуть-чуть с ним стрелять его. Блин. Все, бежим. Пытаться от него хп-то здесь выжить-то. Ладно, попробуем. Вот он меня сейчас задел. Потом надо чуть-чуть от него уворачиваться. Нет. Но, хотя, да, стоит иногда... Уворачиваться есть смысл, поэтому уворачиваемся. Упс. Это было плохо. Тут он меня же мог бы сейчас это, дрохнуть. Не, я лучше так сделаю. Вот, одно хп. Теперь выживаем. Ну. Все? Ну да, он меня не стрелял. Мне кажется, не сработает. А ты даже. Да. Сработало. Да. Это видео было слишком короткое. Я, да, я знаю. Причем он с первого раза смотрит. Заметьте, я смотрю это с первого раза. Кузя. Да, вот за дусницу я вряд ли выживу без урона. А вот с милой, ну, хотя с милой еще хуже будет. Ладно. Думаю, наверное, за милой. Не, за милой не буду проходить. Я лучше так, только за пчелен прошел. За милой мы с вами, ребята, пройдем. Блин. За милой мы с вами пройдем попозже. На тарте было показано, что мы уходим из игры. Ладно, да, вот вам сейчас напоминает красивый фон. У меня Windows, напоминаю, что у меня Windows 10, а не Windows 95. Ну ладно, на этом все. Всем удачи, всем пота-пота. Да, я это сделал с первого раза. Я даже так особо и не удивился. Ну и ладно. А я пота поиграю в геометрию, да, ну а вы там еще что-то поиграете. Да, всем удачи, всем пока.